Привет, друзья! Вот все приручают кабанов, волков, а я вот себе приручил каменного голема. Шутка, конечно. Это я сделал. Яму хотел сюда затащить, волков загарпунить. Но волков загарпунить я пока не успел, и пришел ко мне вот этот персонаж. Я его загарпунил и стащил вот сюда, в яму. Теперь он у меня тут бродит. Ну, так бы я от него бегал. Вот. А так сидит. Смирный почти. Сейчас я его отпуляю. Посмотрим, сколько на него пойдет стрел. Бросаться с киркой на него что-то мне совсем не хочется. У меня огненные стрелы, наносят они, конечно, урона мало. Но ничего, медленно и уверенно я его так чисто для интереса грохну. Скажу заранее, я на него потратил 50 огненных стрел для того, чтобы его грохнуть. Вот, и приперся после него еще один. Вот я его тоже стащил в яму, но не убивал. Пускай пока себе побродит, я подумаю, что с ним делать можно. На него агрятся драконы вот эти летающие. Если пролетает мимо, так он может здесь зависнуть и будет по вот этому голему шарашить. Правда, голему до лампочки это дело, но дракончик сидит на месте, можно подходить и дракончика отстреливать. А для волков можно рядышком построить еще дополнительную яму, что я и сделаю. А здесь я долбил серебряную руду, решил не пропадать же ямке такой клевой. Горы это, конечно, вещь. Мне что-то казалось, что тут совсем тяжело и страшно. Отличный бином. Серебра здесь навалом. Обсидиана навалом. Он сделал плащик из волчьей шкуры. Так, теперь не надо медовуху кушать. Чтобы открылся сет волчьей брони, нам нужно выплавить серебро. Серебро плавится в обычной печи, там где остальные металлы. Я нашел гору относительно недалеко от моей основной базы, поэтому можно корабликом плавать. Таскать серебришко. Игрался я с порталами тоже, как тут народ советует, зайти выйти. И что-то у меня глюкануло, я потерял что-то там порядка 100 металла, так как-то больше и не хочется. И металл лень собирать по этим криптам, елки-палки. Ну вот, а то, что было нажито непосильным трудом, и все ж пропало. Ну вот, сдается голем уже. Почти ему кранты. Смотри, живучий какой. Так, ролики, если посмотреть, то летают эти дракончики, блин. Волки прям страшные. Волки на раз убиваются, драконы на раз убиваются. Что с этими кристаллами делать, кто знает?